Ключи от новых квартир получили еще 10 семей в Пытьяхе. Это жители ветхого и аварийного фонда, приспособленных для проживания строений. Долгожданное новоселье проходит по договору бессрочного социального найма с правом дальнейшего выкупа квадратных метров и по договору коммерческого найма, но без права выкупа. Последнее правило касается тех людей, кто переезжает из Балков, но стать участниками региональной программы не смог. Помогло решение Думы. Разница между программой и этим решением Думы, то, что там в программе они имели право выкупа этих жилых помещений, а здесь, к сожалению, нет. Но, тем не менее, жилые помещения предоставляются на срочный период, то есть это 5 лет, с правом продления этого договора на срок еще 5 лет. То есть это уже 10 лет, это какой-то реальный срок для того, чтобы решить свои жилищные вопросы. Только в этом доме администрация города выкупила 55 квартир, поэтому новоселья продолжаются. Добавлю, все жилье с чистовой отделкой. Слов. Нравится вообще? Будете здесь, да, жить? Конечно, нравится. С женой, с детьми, с внучками будем жить вместе. Вот. В школу ходить будем. Вот. Нам повезло, что вот рядом со школой, рядом с садиком. Очень хороший микрорайон.